Всем привет, с вами Аламар, а это новый Airbus A32NX, который уже обзавелся версией 0.5.0. Эта версия доступна как стабильная версия, как устанавливать это дополнение для Microsoft Flight Simulator 2020, вы найдете по ссылке в описании, там у меня отдельное видео. В Dev-версии, тем не менее, уже доступны некоторые фиксы для этой же версии, и они будут выходить под версией 0.6.0. Так что, если вы хотите иметь всегда последнюю актуальную версию, то я рекомендую качать Dev-версию, которой в основном все исправляют, дополняют, и у вас будет просто больше функционала. Тем не менее, скачав версию 0.5.0, вы получите весь функционал, который мы рассмотрим в сегодняшнем видео. Сегодня мы совершим полет из Хабаровска в Южно-Сахалинск. Достаточно коротенький маршрут, и на примере этого маршрута я посмотрю новые особенности и фишки этого самолета. Но сегодня я не буду планировать свой полет через симулятор. Я лишь выберу стоянку как точкой вылета, и все, после того, как я загружусь на стоянке, я буду использовать новый способ интеграции полетного плана в Airbus A32NX. Эта интеграция доступна через SimBrief. Когда вы создаете флайт-план в SimBrief и затем коннектите самолет к SimBrief, и теперь мне надо нажать Generate Operation Flight Plan после того, как я все заполнил, да, создать, и этот полетный план создается, и теперь он будет мне доступен в самолете. Если мы перейдем в раздел Options, затем мы перейдем в раздел AUC, и затем мы перейдем в SimBrief, то здесь мы можем вбить Username, либо User ID, одно из двух. После чего мы можем подгрузить. Для того, чтобы это сделать, надо зайти в ATCU, Airline Operation Center, и здесь нам надо вбить Performance and Weight Balance. Затем здесь OFP Request. Отправляем запрос и получаем то, что вот столько топлива нам требуется на сегодняшний полет. Чтобы загрузить это топливо, нажимаем Load. Замечательно, топливо обновилось, вы могли это видеть вот здесь и вот здесь. И теперь нам надо перейти на следующую страницу. Здесь у нас загрузка. 161 пассажир, чтобы их загрузить, нужно тоже нажать Load. 65600, замечательно. Zero fuel weight, то есть масса пустого самолета, плюс топливо, получаем вот эту массу. И CG у нас мы видим 30. Дальше нам надо как-то загрузить наш полетный план. Возвращаемся в MCDU меню, переходим в MFMGS, переходим в раздел Init, и здесь у нас есть Init Request. И у нас наш полетный план полностью забивается, заполняется. За исключением странички InitB, которую нам надо вбить сейчас самостоятельно, но о ней попозже. Если мы перейдем в раздел Flight Plan, то у нас здесь все точки забиты, за исключением схемы выхода и схемы прибытия, которые... Естественно, не грузится самостоятельно, ее нам надо будет загрузить вручную. Дальше, раз мы уже заговорили про опции, то здесь появились новые опции. Например, опция реализма, которая в принципе до этого была, но теперь она имеет две функции. Первая – Align Time ADIRS, то есть теперь мы можем выбирать, как быстро согласовываются ADIRS, то есть Fast, то есть быстро, Instant – это моментально, и Real – это реальное время согласования, и Self-Test. То есть, когда вы включаете либо выключаете какой-нибудь монитор, то у него сначала идет self-test in progress, который длится не 40 секунд, а 15 секунд. И здесь вы можете выбрать это время теста, в общем. Дальше в разделе AUC мы можем выбрать, откуда мы берем ATIS. То есть, если вы летите в EVAL, то у вас из EVAL будет ATIS, если в ATSIM, то из ATSIM, либо Pilot Edge. Я выбрал EVAL, так как... Я в большинстве своем летаю в EVAL. Затем мы можем также посмотреть Source Meteor. Я рекомендую использовать дефолтный MFS Meteo Blue, когда вы летаете с дефолтной погодой в MFS. И затем Source Staff. В данном случае доступен либо NOAA, либо опять же EVAL. Рекомендую оставить NOAA. SimBrief мы посмотрели. И Free Text — это какие-то свободные сообщения, которые вы можете получать от других игроков. Как это работает, не совсем знаю. Если мы перейдем в раздел Seats, то здесь у нас есть, в общем, функция изменения вот этого тумблера. В данном случае он отвечает за не курить. Но у нас есть возможность переназначить его на No Portable Devices. И тогда вы видите то, что сейчас он No Portable Devices, либо No Smoking Sign.
Я ставлю его по дефолту. Дальше, в следующей функции FMJS, у нас есть, наконец-то, возможность дефолтные значения применить на гектопаскале. То есть мне не надо теперь постоянно тыкать на гектопаскале, когда я загружаю самолет. Теперь у меня всегда давление в гектопаскалях. И также изменить веса на фунты, либо килограммы. Естественно, я оставляю в килограммах, так как это мне привычнее. Также Acceleration Altitude, теперь у нас есть возможность выбора этой высоты. По дефолту это 1500 футов. То есть на этой высоте относительно аэродрома, когда вы набираете 1000 футов, вы убираете закрылки и начинаете разгоняться. По дефолту 1500, но можно изменить на любое свое значение. Также в MCDU есть теперь инженерный раздел KFDS, в котором вы можете провести тест некоторых систем. Например, мы можем провести тест дисплеев, если, конечно, это надо. Ну, в общем, это такие функции, которые как таковые не нужны. Но они просто есть в этом самолете, и теперь мы это знаем. Я не совсем, конечно, знаю, но, по-моему, в этом обновлении также у нас появилась вот такая праздничная ливрея от Fly-by-Wire, на которой изображены олени, снеговик. И, в общем, это новогодняя ливрея к Рождеству, которая отмечается 25 декабря от команды Fly-by-Wire. Либо, скорее всего, для команды Fly-by-Wire, но теперь она будет у вас, так как она включена в пак вместе с самолетом. Так что рекомендую попробовать эту красивую ливрею и совершить пару полетов на ней. С вашего позволения, я сделал немного ночь, чтобы оценить освещение в кабине. Как видите, теперь от экранов нет такого жесткого отблеска на пьедестали и панели, и теперь, когда вы включаете свет в кабине, то все выглядит более реалистично, чем это было раньше. Ну, по крайней мере, так считают авторы. Мне, в принципе, новый свет устраивает, нравится, и выглядит он чертовски-чертовски классно. Особенно мне нравится то, что PFD и ND нужно регулировать на взлете и на посадке в разных условиях, то есть днем поярче, вечером потемнее, чтобы считывать информацию с них получше. Это, конечно, по сравнению с другими симуляторами сделано суперски. Говоря про освещение, то внешнее освещение было тоже полностью переработано, оно теперь просто другое. Как вы видите, посадочные фары, действительно посадочные фары, потому что они очень-очень яркие. Также рулежные фары очень яркие, все вот эти проблесковые маяки, навигационные огни, стробы, все это выглядит теперь еще лучше, чем было до этого. Куда еще лучше, я не знаю, но просто теперь выглядит это еще красивее. Говоря про звуки, то теперь они тоже, опять же, новые. Все переключатели имеют новые звуки, двигатели тоже имеют новые звуки, и также некоторые звуки добавились как при посадке, когда вы едете по полосе, как при рулении. В общем, это все надо оценивать своими ушами, слушать, но сегодня мы послушаем пару из них. В качестве функционала на верхеде нового ничего не добавили. Как все работало, функционировало, так и продолжает функционировать. Еще стоит отметить то, что GPVS систему полностью, опять же, переработали, что-то в ней улучшили, что-то в ней добавили. Надо, в общем, проверять на практике. Перейдем к MCDU, и здесь я хочу показать InitB страницу, которая теперь полностью функциональна. Ну, она была функциональной в предыдущих dev-версиях, но то была dev-версия. А сейчас мы смотрим на новую версию, которая стабильная. И как вы видите, она рассчитывает теперь все самостоятельно и все правильно. Мы можем написать Tailwind 60, и у нас топливо и время на полет изменится. То есть это все рассчитывается с учетом ветра. Здесь мы также можем изменить резерв и другие значения, которые почти показаны синим цветом. Take-off weight и landing weight тоже рассчитывается. Эти расчеты используются для заполнения V-скоростей. Но прежде чем мы перейдем к V-скоростям, я хочу показать новую страницу. Здесь теперь у нас есть возможность сбивать Airways. Раньше у нас не было возможности, либо она работала, эта функция, не совсем как надо. Иногда вбивал, иногда не вбивал. В основном все летали директ. Теперь у нас, когда мы вбиваем Airway, у нас все точки на этой воздушной трассе до следующей точки подгружаются. Когда в следующий раз вам диспетчер скажет стремиться на какую-нибудь точку, то вы не в ужасе будете пытаться на нее лететь хедингом, а просто выберете ее здесь на странице Direct, вобьете сюда и нажмете Insert Direct to this waypoint. Либо просто нажмете Erase, и все вернется к предыдущему состоянию. По заверениям команды Fly-by-Wire, новый раздел перформанса работает и выглядит гораздо лучше. Здесь мы вбиваем обычно закрылки, и если мы не планируем взлетать от начала полосы, то мы вбиваем Take-off Shift в метрах.
Но эта функция, опять же, пока что недоступна. Дальше мы здесь вбиваем флекс-температуру, если мы планируем взлетать на флекс-тяге. Если нет, то мы не трогаем это значение. И вбиваем V1, V-Rotate и V2. Как вы видите, все эти скорости рассчитываются по дефолту, если вы вбили закрылки 1. Если мы вобьем закрылки 2, то у нас будут, соответственно, другие скорости, которые будут меньше, чем при закрылках 1. Это тоже стоит учитывать. Здесь мы можем вбить Transition Altitude. Для нас это составляет 3000, которую я уже вбил. И Thrust Reduction Acceleration Altitude мы можем изменить в этом разделе. Помните, я говорил ранее то, что мы можем его поменять? Вот теперь, если мы вобьем вот так 1500-1500, то мы... В принципе, составим то дефолтное значение 1500, которое было там. Здесь оно было 1729, потому что превышение аэропорта составляет примерно там 200 с чем-то футов. Поэтому это значение автоматически рассчиталось. То есть как высота аэродрома плюс 1500 футов. Но так как мы взлетаем по QFE, то я рекомендую здесь оставить 1500-1500. Не уверен, что оно сработает, но давайте сделаем это так. Флекс температуру я сделаю 60 градусов, и закрылки у меня будут 1 все-таки. И скорости я пересчитал и вбил их обратно. Что ж, в принципе это все, что надо знать. За исключением новой страницы радионавигации. Как видите, здесь она стала, ну, более такая продвинутая, немного добавили символов, и все чуть-чуть изменилось. Допустим, давайте вобьем VR Хабаровска. Для этого мы вбиваем Hub Хабаровск, вбиваем сюда, и здесь мы выбираем, какой VR нам нужно вбить. Как вы видите, в мире всего 3 VR с обозначением Hub, и ближайший находится в 2 милях от нас, 2 nautical miles, так что могу предположить, судя по частоте, это то, что нам надо. Вбиваем его, и от него, вы видите, можно любой радиал. Допустим, радиал 200. 200 радиал, готово. Тогда, если мы перейдем в раздел VR и включим VR, то здесь у нас отобразится относительно этого радиала, где мы находимся, то есть мы правее этого радиала, и эта стрелочка будет показывать на этот Хабаровск VR. Что ж, я думаю, это все такие интересные и важные изменения MCDU, конечно, здесь надо их тестировать и летать вместе с ними, смотреть, как они работают, но пока давайте вобьем, допустим, депача. Полоса у нас будет 0.5 правая и схема выхода на точку Небес. Насколько я помню, она какая-то там Небес 1 Дельта, да, вбиваю ее. Проверяю Небес 1 Дельта, полоса 0.5 правая, Transition, у нас нет транзитов. Нажимаю Insert, и мы можем посмотреть эту схему вот на этой карте. Если вы увидели вот эту точку USR, то не пугайтесь. Эта точка используется, насколько я помню, Навиграфом, либо Fly-by-Wire Airbus, точно не знаю, кто из них ее рисует, для того, чтобы определять, например, определенные точки на маршруте, которые нельзя пока никак прописать, кроме как вот этот USR. Это User Waypoint, то есть после взлета мы набираем какую-то высоту, и после этой высоты мы уже следуем на точку Небес. Если мы включим Constraint, то мы опять же увидим то, что их переработали, и, например, на точке USR нам надо быть на высоте 1230 футов или выше. То есть 1230 футов относительно нуля, это примерно 300 с чем-то метров, так как это метровая схема, поэтому такое неточное значение. То есть мы проходим эту точку и потом тогда выходим вот на этот первый радиал. Давайте перейдем к запуску двигателей, и на самом деле это тоже интересная особенность этого обновления, потому что запуск двигателей полностью переработали. Во-первых, переработали полностью звуки. Во-вторых, теперь добавили много новых, как вы видите, обозначений. Например, N2 значение подсвечивается, когда вы запускаете двигатель. Запуск, вернее, цикл запуска, как он реализован, он сделан лучше. Например, сейчас мы видите то, что Ignition, не Ignition Valve, а у нас воздушная магистраль раскручивает двигатель и начинает работать система А. Система А будет у нас зажигать первый двигатель. В Airbus их две. Система Альфа, система Браво. В общем, как сделан запуск, теперь... Ну, гораздо интереснее смотреть, наблюдать, и может быть когда-нибудь что-нибудь все-таки сломается, и вы увидите, например, слишком сильно вырастет IGT, либо что-то здесь пойдет не так, и мы видим то, что двигатель номер 2 теперь доступен. Значит, мы можем запускать двигатель номер 1. В
По идее, небольшое изменение, но все-таки над ним кто-то работал. Например, вот эта спиралька, которая нарисована здесь. Теперь она немного по-другому крутится, немного по-другому отображается. Раньше она была более замылена, а теперь она менее замылена. В общем, это просто было в ChangeLog'е, и просто вот такая маленькая деталь, но кто-то над ней трудился, кто-то ее делал, поэтому ее тоже стоит заметить. Аэропорт Хабаровск со снегом, конечно, выглядит классно. Напомню, то, что 22 числа у нас будет наконец-то в симуляторе реальный снег с реальной погодой. Раньше вот эта кнопка Max, она гасла, когда вы рулили на взлет, ставили парковочные тормоза, либо притормаживали. Это была реальная проблема. Теперь она не гаснет. Написано в ChangeLog'е, но как вы видите, если в Dev-версии она работала, то теперь она действительно гаснет. Что ж. Починили этот баг, и он вернулся обратно. Ну ладно, хорошо, будем знать. Также хочу обратить внимание на то, что когда вы рулите на айдоле, то есть на нулевой тяге, то самолет все равно будет ускоряться. Это абсолютно нормально, это не баг, это так и задумано, и на реальном самолете с лип-движками это так и есть. Что ж, мы приехали на предварительный, проверяем то, что Max, нажимает ICOF-config и предупреждаем кабину нажатием на кнопку All. До этого в какой-то dev-версии у меня поломался flex-режим для взлета, поэтому сейчас я хочу проверить, починили ли они этот flex-режим, когда вы взлетаете, потому что до этого он переставал работать. Что ж, ставим еще раз автобрейки Max, чтобы они не спадали, проверяем то, что все готово, и мы поехали на взлет. Ready. Ready. Take off. Держим тормоза до 50%, чтобы двигатели стабилизировались. На ECAM, как вы видите, добавили новые всякие обозначения, например, PAX. PAX'ы включены, обозначает то, что у нас отбор воздуха от двигателей есть, и то есть они на взлете будут давать меньше мощности. Страницы ECAM также автоматически переключаются. Поехали. Man flex, SRS, runway, autothrust blue. Check. Thrust set. Knots. Check. V1. Rotate. Positive climb. Gear up. Переводим в расположение Climb, вот у нас Acceleration Altitude. На ней же нам говорят то, что нам надо поворачивать направо, ускоряться, убирать закрылки, в общем, много всего. И FS to Crew, вернее Flight Crew от FS to Crew помогает мне со всеми этими действиями. Я крайне рекомендую, опять же, это дополнение. Реально добавляет второго пилота, который помогает вам вести самолет. И делать такие вещи, например, уборка закрылков, чтение чек-листов и так далее, чтобы вы сами не мучились. И как вы заметили на взлете, у нас здесь скорости V1, V-Rotate, V2, они были совершенно по-другому показаны. До этого они показывались как скорости, там обозначение скорости было. Теперь скорость V-Rotate была просто квадратиком, скорость V1 показывалась, насколько я помню, вот здесь, а скорость V2 показывалась вот здесь. То есть теперь скорость V-Rotate не показывается. Мы прошли высоту, на которой надо ставить стандартное давление, поэтому сейчас QNH у нас моргает. Напоминает нам то, что дядя, не забудь поставить стандартное давление. Ставим стандартное давление, все окей. Читаем автотейк-офф чек-лист. After take-off climb checklist. Landing gear. Хочу еще обратить внимание, то, что теперь у нас есть top of climb точка, то есть это та точка, на которой мы наберем наш эшелон 330, в данном случае вот он здесь, и она динамически меняется в зависимости от нашего перформанса, то есть climb градиента, с которым мы набираем эту высоту. Например, на сегодняшний полет за эшелон 330, конечно, как-то высоковато, учитывая то, что мы набираем не очень хорошо, поэтому я, скорее всего, остановлюсь на эшелоне 290. В разделе Flight Plan теперь у нас отображается время UTC и дистанция до нашей точки, и они действительно отображаются и обновляются корректно, то есть нам осталось лететь 250 миль. Здесь у нас
Ограничение по высотам, вернее наши высоты. Здесь расстояние между точками, здесь время прохождения этих точек по времени UTC. Как вы видите, сейчас у нас 19.59, 00.20, то есть 20 минут 00 UTC, не знаю почему у меня такое время в симуляторе, мы пройдем в точку Агапо, то есть 20 UTC. Следующую точку мы пройдем 26 минут, 29 и так далее. И прилетим мы, по идее, в 52 минуту. После того, как мы выбрали схему захода, мы можем перейти в раздел «План», на котором теперь отображается погода. То есть даже если у вас включен раздел «План» и включен погодный радар, то на нем будет отображаться погода, как у вас была на обычном радаре. Но, естественно, не так круговую вокруг точки, а только то, что у вас ловит погодный радар. Идем по точкам и проверяем нашу схему захода и iOS-заход. Мы приходим на точку Kewl, идем далее сюда, сюда и вот так выполняем iOS-заход. Меня все устраивает, все правильно, все констрейны прописаны, все есть. Это просто замечательно. Так как мы набрали почти наш круизный эшелон, то теперь неплохо бы было проверить все системы. Вы можете пойти по тупому переключать их вот так, а можно нажимать кнопочку All и переключать, проверять каждую систему. Двигатели, отбор воздуха, высота кабины, в данном случае превышение аэродрома минус 2000 футов, landing elevation, авто, не совсем правильно. И высота кабины, видите, она не реализована, то есть она по нулям, так что декомпрессия кабины здесь пока невозможна. Дальше электронная система, она есть, но она тоже не совсем правильная. Generator 1 у нас on, но он здесь показывается off. Затем гидравлическую систему они еще не ввели. Систему топлива. Проверяем то, что у нас нет никакого дисбаланса топлива. Дальше идем в APU. Она у нас выключена. Кондиционирование. Здесь мы можем проверить температуру входа воздуха и фактическую температуру в салоне. Давайте в кабине сделаем чуть-чуть пожарче. И сейчас мы сразу видим, как у нас температура на входе 25 градусов, а температура в кабине пока 23, но она будет расти. Дальше переходим в двери. Мы видим то, что все слайды, которых раньше не было, аварийные трапы, заармированы, все зеленое. Дальше мы идем в колеса, видим то, что температура 0 градусов, и они закрыты и убраны. Идем во Fly Controls, проверяем то, что у нас триммер триммирует, здесь все окей, в общем, как-то так это работает. И страница статус, страница финальная, то есть если в случае у нас что-то откажет, то здесь у нас будет написано, что отказало и какие последствия, либо наоборот. Ну, в общем, пока это не совсем реализовано, но оно есть. Вот бывает вам иногда скучно на эшелоне, вы так летите, летите, и что-то сгрустнулось. Что ж, для этого у нас можно отстегнуть пассажиров, отключить автопилот и проверить новую функцию, которая теперь доступна. Смотрите, давайте сделаем резкий банк вправо. И посмотрим вот сюда. Сделаем банк вправо, потянем на себя и внимательно смотрите сюда. Ага. Теперь у нас здесь отображается G-load, когда она, соответственно, превышает, ну, допустимые какие-то значения, либо просто сама по себе большая. У нас ограничение при выпущенных закрылках плюс 2, при убранных закрылках плюс 2,5. И в данном случае, когда мы делаем такое крутое в пике, мы видим то, что у нас G-load перегрузка плюс 2.2. В общем, это очередная новая функция, которая теперь доступна в Airbus. Также, смотрите, система Fly-by-Wire не дает мне прокинуть самолет. Я вот сейчас полностью вправо держу сайдстик. Больше 60 градусов она не даст. Когда я отпущу сайдстик, она вернет самолет в 45 градусов. Также хочу обратить внимание на эти звуки, которые идут в кабине. Они опять же новые, и когда у вас сильная турбулентность, то вы будете слышать эти звуки. Говоря про автопилот, то теперь у них используется какая-то своя кастомная версия автопилота, которая работает лучше, правильнее. И в общем, если у вас самолет продолжает куда-то заваливаться, то первое, что вы должны сделать, удалить особый Airbus A320. Второе, убедиться, то, что у вас симулятор крайней версии. Затем установить особый Airbus A320 через Content Manager и затем накатить новую версию A32NX, либо Dev, либо стабильную теперь, соответственно, с помощью их инсталлера. Также убедиться, то, что у вас предыдущая версия A32NX была удалена вручную из папки Community. Я рекомендую это сделать вручную. И тогда у вас автопилот будет летать правильно и нормально. Что ж, мы прошли точку начала расчетного снижения, теперь мы можем скрутить высоту, допустим, до 10 000 футов. Нажать от себя и перейти в режим Descent. Descent, Dual Altitude 10 000 футов, White Level 100.
странице у нас появилась такая надпись Enter Descent Data. Введите данные для захода. То есть мы переходим на страницу Approach и должны заполнить ее полностью. Но где же взять METAR для захода? Что ж, все просто, переходим в EDCU, переходим в OC меню, переходим в VX Request. Здесь мы можем либо METAR, либо TAF выбрать. Проверяем то, что аэропорт вылета, аэропорт прилета. Можем какой-то другой свой вбить. Нажимаем Send и возвращаемся обратно. Теперь смотрите вот в это поле. Company Message. Замечательно. Переходим к сообщениям компании. И вот здесь мы видим то, что у нас светит 30 градусов 2 метра в секунду, 3500 видимость. И здесь нам надо вбить. Первое, это у нас идет QNH. Не обязательно удалять то сообщение, прежде чем вбить что-то, потому что оно будет появляться. Температура минус 16 градусов. Ветер 30 градусов 4 узла. Это 2 метра в секунду. Transition Level здесь должен быть, но они до сих пор не изменили и оставили Transition Altitude. Для нас он составляет эшелон 7.0, либо 7000 футов, как здесь надо забить. И дальше идет Minimum Descent Altitude, либо Decision High. У нас будет Decision High, так как мы будем использовать QFE, который составляет 200. Мы теперь можем удалять и вбивать эти значения заново. Либо если мы вобьем здесь 200, а потом мы вобьем здесь другое значение 200, то оно изменится. В общем, теперь с этими значениями тоже можно работать. Config 3 пока для нас недоступен, Config Full только есть, посадочная скорость и V-Approach Speed 134. В общем, он использует свои расчеты, и теперь она рассчитывается более правильно. Теперь у нас появилась также страница Go Around. Здесь мы можем Thrust Reduction Acceleration Altitude вбить. Учитывая то, что аэропорт имеет превышение почти 0, значит для нас это будет 1500. То есть в случае ухода на второй круг на этой высоте мы будем уменьшать тягу двигателей в положение Climb после тоги и убирать закрылки у самолета. В общем, Go Around страница теперь у нас тоже доступна. Новое сообщение, которое теперь у нас есть, это когда у нас образуется лед, то теперь нас система предупреждает. У тебя лед, и тебе нужна противообледенительная система, в данном случае для двигателей. Когда я ее включу, то это сообщение должно пропасть. Если у нас будет сильное обледенение, то у нас появится это же сообщение для крыльев. Тогда мы включим Wing Anti-Ice, и скорее всего нам предложат перевести Engine Ignition в положение Continuous. И мы это сделаем. И у нас здесь будет написано Severe Ice Detected. Несколько раз на стриме мы видели это сообщение. Кстати, вы видите то, что Alt Constrain 2020 футов, несмотря на то, что я здесь выставил 2000. Но это опять же я объяснял принципы этого действия снижения в своем видео, которое называется «Как рассчитать снижение». Все эти скорости, которые связаны с закрылками, они опять же переработаны и теперь работают правильно. Когда скорость дошла до Green Dot Speed, мы выпускаем закрылки в положение 1. У нас ограничение вот здесь, то есть 230 узлов, и на скорости Green Dot Speed мы начинаем выпускать закрылки, то есть в данном случае, смотрите. Flaps 1. И у нас эта скорость перейдет на следующую отметку, появится следующее ограничение для следующих закрылок, и самолет будет в режиме управления скоростью Managed автоматически замедлять скорость. Смотрите, у нас здесь теперь несколько режимов поддерживается, то есть либо после констрейна он продолжит снижение до высоты 2000 футов, либо он захватит глиссаду, когда она подойдет к нам. Вот так интересно эти несколько режимов теперь работают. Проверяю то, что посадочные фары включены. Engine Anti-Ice у меня тоже включен. Автобрейки включены. Положение Low. Дальше мне пока здесь ничего не надо делать. И продолжаю заход. Вот этой дальней крутилкой мы можем регулировать яркость погоды и яркость отображения террейна, если кто не знал. И на прямой у нас небольшая непогода. Но сейчас мы будем снижаться по глиссаде, и скорее всего мы даже не зацепим этот красный сегмент непогоды. Снаружи у нас снег, радуга, суперски. Мы захватили глиссаду, Glide Slope Green, выпускаем шасси и выставляем высоту ухода на второй круг, которая для нас будет 4000 футов. Проверяем, она установлена, и продолжаем iOS заход. Вон там у нас находится полоса, я ее вижу, выпуская закрылки. Видите, скорость у нас к этому F приближается, раньше она неприлично низко падала в этот момент, но теперь она более корректно рассчитана и более корректно
В Airbus A320neo теперь добавили возможность автоматического ухода на второй круг с включенным автопилотом. Напомню, раньше этой возможности не было. Как уходить на второй круг на Airbus A320 я рассказывал в одном из своих других видео, ссылка на него будет опять же в описании. Уникальная функция Airbus A320neo – Go Around Soft. То есть, когда вы используете не полную тягу, чтобы уйти на второй круг, потому что она вам просто не нужна, а когда вы используете уменьшенную тягу для ухода на второй круг, то у нас есть возможность Go Around Soft. Как его активировать? Переводите руды в положение тога, а затем возвращаете их в положение Flex. И тогда у нас активируется как раз этот режим, который сейчас я вам продемонстрирую. Уход на второй круг на тоге вы можете попробовать самостоятельно как-нибудь на этой модели. 100 над минимумом и 200 футов, напомню, у нас минимум. Уходим на второй круг и активирую Go Around Soft. Убираем Positive Rate, убираю шасси и закрылки на минус 1. И следим то, что у нас активировался Source, Open Climb, Nav, и потом он перейдет в положение Heading. В нормальном уходе на второй круг он сам автоматически активирует этот режим хединга, и когда мы дойдем до Thrust Reduction Altitude, которая 1500 футов, мы ее прошли, то мы убираем тягу в положение Climb и начинаем убирать закрылки дальше. В данном случае мы набираем высоту 4000 футов. В данном случае он получился маленько интересный и скомканный этот уход на второй круг, из-за того, что логика не совсем, конечно, еще корректно все отображает, все показывает и все делает как надо. Но тем не менее, у нас есть возможность ухода на второй без выключения автопилота. Не этого ли все ждали? Еще на что стоит обратить внимание, это новое поведение самолета. Как на взлете, так и на посадке, так как систему Fly-by-Wire, говорят, переработали, улучшили, поведение самолета полностью, опять же, было улучшено, переработано. Так что теперь оно отличается от того, что было раньше. Если честно, я полетал на этом самолете, посовершал пару посадок в разных аэропортах при разных погодных условиях, и мне понравилось, как он себя ведет. Теперь он ведет себя по-другому. К сожалению, я не могу сравнить его с поведением реального самолета, но ведет он себя, мне кажется, лучше с точки зрения симера. У него появилась инерция, он более стал такой инертный, в общем, система стала более стабильно его держать, вести. Мне понравилось. Minimum. Continue. Ручное торможение, и добро пожаловать в аэропорт Южно-Сахалинска. Видите, погода сегодня у них не совсем отличная, но и очень красивая. Добро пожаловать в Южно-Сахалинск. Это был Airbus A32NX Fly-by-Wire, версия DEV 0.5, с аффиксами уже, которые вышли для 0.6. Полный чейнджлог вы найдете по ссылке к описанию в этом видео. Погодник я использовал Rex, и за второго пилота отвечал FS2 Crew Flight Crew. С вами был Omar, до новых видео, пока!